<minutes paid off> 비디오, 안녕하세요, <lawsuitroyable> 여러분. 이번 시간에 시종오 교제의 마지막 단원인 제1 4과를 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 사진을 보세요. 어, 여러분, 어, 이 사람들이 바라는 일은 어, 무엇인 어, 무엇인 것 같아요? 어, 이 사람들이 어, 기도를 하고 있는 것 같은데 어, 무엇에 대한 기도를 하고 있을까요? 그리고 어, 여러분이 지금 바라는 일이 뭐예요? 이번 단원에서는 어, 소원에 대해서 어, 이야기해 볼 거예요. 그럼, 소원이라는 말을 아시죠? 소원이 뭐예요? 어, 소원은 어, 그냥 원하는 것, 그리고 하고 싶은 것, 어, 꿈과 비슷한 말이에요. 네, 그럼 어휘부터 시작해 볼까요? 네, 여기 보세요. 어, 여기는 어, 소원을 나타내는 어휘가 어, 많이 있어요. 어, 기본적인 소원과 어, 관련된 어휘를 연습해 봅시다. 그럼 어, 잘 보고 소원 어, 관련 어휘와 어, 어울리는 적절한 동사가 무엇인지 어, 대답해 보세요. 그럼 한국어 능력 시험에와 어울리는 동사가 뭐예요? 합격하다, 맞죠? 한국어 능력 시험에 합격하다. Uh, сдать успешно экзамен на знание корейского. Запоминайте сразу с падежом, да, э, хапкёкада. К даме, моттин и сон тингуры гуа оулинен тонгсага моё? Сагвида, мазайо? Моттинг и сон тингуры сагвида. и сон – это противоположный пол, да, uh, получается, ну, встречаться с uh,

죄송합니다, 여러분. 여기는 구하다예요. 네, 아, 구하다는 그 집과 어, 사, 어, 쓸 수도 있고, до судой сою можно использовать кухада, как раз такое, знаете, слово uh, искать, находить о чем-то таком значимом, да, вот найти дом, найти работу, найти сотрудника uh, на вакансию в компанию, да, поэтому давайте uh, исправим меня. Оретонган сада, а вот здесь как раз-таки чоксонге куада. Да, отыскать а, работу, какую чоксонема <говорит> маннын. подходящую а, по вот совокупности каких-то личностных качеств и умений и знаний, да, вот чоксон это вот ваша личность со всеми вашими особенностями, знаниями, навыками и так далее. Да, ильцари обратите внимание, без озвончения произносится рабочее место, место работы Да, 그럼 여러분의 소원이 대답해 보세요이렇게할수있어요 어, 예를 들자면 어한국어 내년에 한국어 능력 시어에 합격하고 싶어요 아니면 어는한어는 한국어는 한어어요한국어어어요 한국어는 한국어는 한어 아, uh, 여기는 아, uh, 여러 가지 상황에서 사용할 수 있는 경료와 관련된 아, uh, 표현이 많이 있어요. 그런데 여러분 말을 아세요? поощрять, подбадривать, приободрить, высказать какие-то слова поддержки, да? поддержать трудные ситуации, uh, придать сил вот это все кёнгнё. да и есть какие-то в любом языке есть какие-то устоявшиеся uh, формулировки вот именно кённюе маль uh, как мы поддерживаем друг друга кром ирель дель 저는 uh, 시험을 보러 가는 친구가 있어요 그 친구에게 uh, 어떤 말을 해주고 싶어요? 그 친구에게 uh, 어떤 말을 해줄 수 있을까요 как 기운 내세요. 기운 내세요. 기운, ну, Интересное слово. Это вообще как жизненные силы, тонус, да, то есть ну как вот приободритесь, да, вот как бы взбодритесь. Кдеме, 응원할게요. 응원할게요 а это значит, я буду за тебя болеть. Я за тебя, ну, болеть в смысле, желать, чтобы ты выиграл, чтобы у тебя все получилось. Да? вы сможете осуществить свою мечту. Да? У вас получится. Самое Само по себе слово "чего" значит лучший, наилучший. А, вот, да, то есть ты лучший, да, ну тогда это будет на панмале, да, чего я, ну в принципе такая фраза, мне кажется, даже более а, как-то привычно, уместно звучит именно на панмале, да, а, там, Инсуя чего я, не, где мы, сугуа сое, очень важная фраза, входящая, наверное, там, не знаю, в сотни самых употребимых и звучащих, а буквально она значит вы потрудились, да, а то, что вы все время слышите, например, от преподавателей в конце занятия или в конце экзамена, вот, или, например, начальник так может тоже сказать подчиненному, как бы хваля и его работу и благодаря его за работу. Хальсуй да. хальсуисао, ну это просто у вас получится, да, вы сможете. 시켜 빠르죠. 네, 으흠. 여러분 어휘를 좀더 배워볼까요? 어, 다시 한번 서원 관련 표현을 어, 배워보도록 하겠습니다. 이슈 е 바 о в и м 어, 슬로우, с в я з а н ы 다 가장 기본적인 소원을 나타내는 어, 표현이에요. 다, вот самые 음, такие распространенные базовые желания, да, здесь представлены. 아, и т а 소원을 빌다. 소원을 빌다. 어, 이거 뭐예요, 여러분? 어, 원하는 곳을 어, 꼭 가고 싶어서 어, 다른 대상에게 부탁하는 거예요. 예를 들면 어, 신에게 부탁하거나 음, 부처에게 부탁하거나 그냥 자연에게 어, 부탁하는 거예요. 예를 들면 음, 한국 사람들은 어, 어떤 명절에 그 추석이나 어, 정월 내보름 날에 어, 그 달을 보며 서원을 빌어요. 네, 벌써 어, 잘 알고 있는 표현이에요. 네, 그다음에 어, 꿈을 이루다. 꿈을 이루다. осуществить мечту. 다 да, реализовать мечту. 예를 들자면 어, 한국어 선생님이 되고 싶은 꿈을 이루었으면 좋겠습니다. 네, 그다음에 입학하다. 입학하다. поступить учебное заведение 바지에, 나, 대학교에 입학하다, 대학원에 입학하다. 어, 음, 예를 들면, 저는 대학교에 입학하고 싶어요. 네, 그 다음에, 졸업하다, 졸업하다.

Чанха это, <coughs> это стипендия. А, ну, как правило, именно имеется в виду какая-то поощрительная 어, выплата. А, давайте тоже попробуем сделать пример. Чоннэн Йольсими комбуесо. Чанха кымыль подкущ по. Туннель пульда. Туннель пульда. Зарабатывать деньги. 어, 예를 들자면, 어, 저는 제 힘으로 돈을 벌고 싶어요. 그 다음에 취직하다, 취직하다. 우 с т р а и в а т ь с работу, трудоустроиваться, пойдешь куда? 다 학교에 취직하다, 회사에 취직하다, 은행에 취직하다. 음, 예를 들면, 어, 학교를 졸업한 후에 회사에 취직하고 싶어요. 그 다음에 세계 일출을 하다. Это значит а, отправиться в путешествие, а, кругосветку, кругосветное путешествие по миру. Кроме Тони Манемен, Сеге Ильтюрл Хагушпая. Кроме Сондо, Инкигайсая. Кдеме, Кунгангаге Сальда. Кунгангаге Сальда. Быть здоровым. Быть здоровым. Княнг 아픈 곳 없이 건강하게 살고 싶어요. 마지막으로 행복하게 살다. 행복하게 살다. Быть счастливым, жить в счастье, в благополучии. 네? Uh, я думаю, что большинство слов вам знакомо, поэтому давайте скорее перейдем к грамматике. 네. 이번 시간에 배울 문법은 따면 다면, 따면이에요. Uh, 이 표현은 음, 가정 상황을 나타내는 문법이에요. 가정 가장 uh, это вот видите в, в uh, объяснении это тоже попадается да, 상황을 가장어요. да uh, это представлять да гипотетически что-то представлять uh, и Значит, эта грамматика нам нужна, когда мы говорим о гипотетической ситуации, да, возможной, вероятной, кроме Хьонзина, Куагуэ, Ирл, Пандеро, Сансахальте, Хоген, Адик, Иронади, Анин и Ретехе и Агиальте, Сайондемида. Итак, поясню, грамматика используется, когда мы либо... Говорим о том, что произошло в прошлом, и а, противопоставляем а, эту ситуацию реальности, а, либо говорим о том, что еще и не случалось. А, чаще всего для м, усиления значения предположения, ну и просто потому что это логично в конце таких предложений а, будут кетта, кесмида. Иль кое там, иль го да или илтенде. Сейчас мы на примерах все это с вами 음, увидим и обсудим. Uh, 그럼, 첫 번째 예문을 읽о-боб-ши-да. Ис-со-нын эс а джу ши джи ду-а-джу-ши-джи-я-на-т-та-мён, ро Ну как вы, переехали, все хорошо? Да, если бы вы, Марк, мне не помогли, мне бы пришлось тяжело. Вот видите здесь анатомен. Если бы не. У нас есть гипотетическая ситуация, мы ее только представляем, потому что на самом деле Марк нам помог. И мы только представляем о том, как было бы, если бы он не помог. Вот то, как я вам и сказала. И в конце мы видим форму лькоё, Предположение, да, было бы должно быть тяжело. Поскольку, опять же, это не состоялось, а то здесь появляется: видите, прошедшее время. В принципе, можете провести аналогию с сослагательным наклонением или условным наклонением в русском языке. Или, кстати, кто знает в английском: а, ну, легче даже на русском вот проанализируйте: да? мы говорим, если бы. Да, вы не помогли, то было бы так. То есть у нас тут тоже возникает прошедшее время, да? сочетание как бы будущности и а, прошедшего времени. И видите, мы это э, обнаруживаем и в корейском языке тоже. А, вот это важное выражение, если оно для вас новое, запомните прямо целиком. тан да, значит выиграть в лотерею, да, покон как лотерейный билет, как билет счастья буквально. А, прям запоминайте целиком. Итак, если я выиграю в лотерею, я куплю машину и дом. А, видите, здесь у нас нет прошедшего времени, да, мы все-таки загадываем на будущее. Теоретически это возможно но вероятность объективно невысока. А, теоретически можно было бы сказать и танчом твемен, но тогда получится такой оттенок, как бы когда я выиграю. Да? мы помним, что уди причастие мен условно временного есть и значение когда, и значение если. А, и получается, что если я говорю танчом твемен, я звучу как бы более уверенно, да, вот когда я выиграю. Тогда я куплю. Но ни один человек не может быть уверен, что он выиграет лотерею, если только у него нет каких-то связей с организаторами. Поэтому а, очень уместно использовать именно вот эту грамматику, которая привносит такой вот допуск. Да? Вот, допустим, я выиграю. Вот. Давайте посмотрим дальше. Это пример аналогичный первому примеру. Здесь, видите, прошедшее время еще добавилось. Да? А если бы я не знала об этом, я бы совершила огромную ошибку. Ситуация гипотетическая. Все, уже, значит, все случилось. Я уже знала, я не сделала ошибку. И сейчас я представляю, а что было бы, если бы я вдруг не знала. А поэтому появляется сослагательное наклонение. А давайте посмотрим еще повнимательнее. Давайте посмотрим внимательнее формы, как образуется. Вообще здесь в основе, вот если отбросить мен, так называемое книжное нейтральное окончание. Если вы им владеете вот, самим по себе, то вам здесь будет намного проще. Но на случай, если не владеете, вот вам здесь все максимально подробно расписано. Итак, глаголы в настоящем времени мы добавляем ндамен, если основа кончается на гласную, или нындамен, если она заканчивается на согласную. Вот для примера кандамен, монгнындамен. Далее смотрим прилагательные, и сюда же относятся и таупта, тоже в настоящем времени. Это тамен, епыдамен, чотамен. Здесь тамен всегда, да, можно, в принципе, объяснить себе так, что вы оставляете прямо слово без изменений, его словарную форму, и добавляете имен. Может быть и так, хотя не знаю, насколько это концептуально верно. Далее. Если вы имеете дело со связкой в настоящем времени, то у вас будет либо рамен, если само существительное заканчивается на гласную, либо и рамен, если оно заканчивается на согласную. Вот вам примеры. Пуджа рамен, если бы я был э богатым, да, или если я буду богатым. ЦАРАМИ РАМЕН. А, что касается прошедшего времени, то здесь все будет одинаково для всех частей речи. Вы просто делаете прошедшее время и дальше добавляете ТАМЕН. Вот вам все примеры в ряд. КАТТАМЕН, ЦУАТТАМЕН, ХЕТТАМЕН, ЦАРАМИОТТАМЕН, пудяйоттамин. Ну, единственное, может быть, стоит и говорить, в случае со связкой, если у вас гласное заканчивается слово, то там, видите, происходит стяжечка «йотамен». Ну, Она естественным образом происходит просто из-за произношения. Давайте посмотрим сравнение некоторое. Смотрите, в принципе… Как я уже сказала, в каких-то предложениях и э, ситуациях возможно имен и, и ндамен. Просто вы должны чувствовать некую а, разницу в оттенках значения. Вот первый пример: тихагоне камен семья агричонгола Если я, да, пойду в магистратуру, я там хочу специализироваться на психологии. Второй пример аналогичный: маньяк тихагоне кандамен. Вот тут у нас что? Маньяк я добавила в скобочках, да, могло бы и не быть. И Ндамен в середине. И тут уже получается такой оттенок, что я вообще-то не уверена еще совсем. Пойду я в магистратуру, не пойду. Ну вот если вдруг пойду. Да, вот мы бы в русском, наверное передали это значение, например, словом «вдруг». Да? Ну, вот если я вдруг решу поступить в магистратуру, да, то я бы там хотела заниматься вот этим. Первое же предложение, оно звучит куда более уверенно, потому что, опять же, повторюсь, «мен» – это как условно, означает как условие, так и время, как когда, так и если, да, условно-временное депричастие. Поэтому первое, в первом предложении уже звучит намерение, да, Человек уже, скорее всего, решил, поступать в магистратуру и только рассказывает о том, что он будет делать, когда это все-таки случится. Да? А во втором значении однозначно перевод только если. И, кстати, часто вот эта вот наша грамматика, которую мы обсуждаем, сочетается со словечками ⁇ маньяк ⁇ или ⁇ маниль ⁇ Они ставятся в самом начале вот никакого дополнительного прямо смысла они не вносят то есть главная грамматика у нас все равно дальше именно вот это нандамен или томен а маньяк просто позволяет вот сразу придать предложению такую окраску некоторого некой такой гипотетичности да давайте посмотрим дальше второй пример сиганиман имен Шигани мантамен цюльтенде. абсолютно идентичные предложения. значит переводится и те, и те, да, что хотелось бы, чтобы было побольше времени. Да? Было бы неплохо, если бы времени было больше. Но если первое, в первом предложении говорящий а, допускает, что времени может стать побольше, то а, тот, кто произносит второе предложение, а, хочет подчеркнуть, что, в общем-то, надежды на это мало. Да? Очень мало вероятности, что а, времени станет больше. И третий момент, посмотрите. А, это мы обсуждали с вами уже в шестом уроке. Просто сейчас это у вас все сложится в единую картину. Если мы хотим сказать, там, вот на твоем месте, или там, вот если бы я был мамой, там, на месте мамы, рамен. Здесь всегда рамен, а не мен, потому что, я думаю, вы сами уже можете закончить мою мысль, потому что я не могу стать другим человеком. То есть, когда ситуация маловероятна, или тем более вообще невозможно, там, не знаю, а что бы ты хотел сделать, если бы там родился человеком другого пола, да, например. То есть, а, если ситуация какая-то а, очень маловероятная или вообще а, немыслимая, тогда а, мы используем именно вот эту грамматику тамен, нендамен, рамен. А, вот немножко еще проиллюстрировать эту мою мысль. Давайте выберем в каждом номере то, что правильно подойдет. Поми, мумуму, котси пимида. Когда приходит весна, расцветают цветы. Итак, подойдет здесь ондамен? Конечно же нет, да? Это ситуация обычная, регулярная, да? И здесь ондамен звучит странно и дико. Кроме того, мы помним, что он домен значение «если». Да? Но весна все-таки в норме приходит всегда. Поэтому «умен». Посмотрим второй. «Атсими мумумо пальгаджойо». Да, когда наступает утро, расцветает, становится светлее. Подойдет здесь тендомен? Нет, причина та же самая. Да? Здесь нет значения «если». И э, ситуация обычная, регулярная, стандартная. Пабр момомо пега, неда. Когда поешь, насыщаешься. Аналогично мог имен. Посмотрим последний. Маньяк, симньон джонеру кальсу момомо моль хагучпо. Что бы вы хотели делать? Что, что бы вы хотели сделать, если бы смогли отправиться на 10 лет назад? Вот здесь. Теоретически можно из семен. В принципе, это не будет прям ошибкой, но это будет немножечко неестественно. Потому, почему? Во-первых, категорически невозможная ситуация. Да? Все-таки ситуация возможна только в каких-то фантастических фильмах, но не в реальной жизни. Во-вторых, еще и маньяк у нас в начале, да, тоже такой маркер. Вот. А поэтому, конечно же, здесь и тамен, и это такой классический пример для этой грамматики, а, да, потому что ситуация очень маловероятно или невозможное. Посмотрим разных примеров, просто чтобы вы увидели, как это работает. Если вдруг меня повысит, я вас всех угощу за свой счет. Если вдруг что-то увидите, встретите непонятное, задайте вопрос. Да, понимаете, вот как бы из семен, если я скажу, тоже это будет нормально абсолютно, да, но и тамен добавляет оттенок того, что я все-таки думаю, что, скорее всего, люди там все знают, и только вот, ну, вдруг, если что-то незнакомое встретится, тогда, конечно, задайте вопрос, да. Если вдруг они расстанутся или разведутся, а ребенка-то кто будет растить? Здесь, видите, Маниль тоже вот. Маниль часто сопровождает эту грамматику ундамен. «Уныри, тури, рамен, Йонхуараль пользуются слтенде. Ой, вот если бы сегодня было, была суббота, мы бы фильм могли посмотреть. А, да, вот опять гипотетическая ситуация, не, как бы противоположной реальности. Да? Сейчас не суббота. Что бы вы хотели изменить, если бы была возможность заново родиться? Если и в этот раз я не смогу поступить, родители будут в отчаянии. Видите, в конце у нас часто. Тоже Предпол... тоже конструкции предположения, да, илькоё, тенде» – вот это все. Нега ореун и уттерул туаджульсу и Вот если бы я был богатым человеком, я бы мог помогать ну, людям в затруднительных обстоятельствах. Да? и так называют бедных людей, ну такое может быть политкорректное такое выражение. То есть вот те, кто рядом в затрудненных каких-то финансовых обстоятельствах. Если купите от трех штук, мы вам дадим скидку 5%. Да, вот здесь в принципе могло бы быть сашемен, да, но домен оно звучит мягче как бы менее навязчиво, да, то есть никогда купите, да, если вдруг пожелаете купить, да. Нега пумурамен, если я буду родителем, я не буду ругаться. Ну, на ребенка имеется в виду. Яннало, Турагальсуй, он Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, да, то в какое время вы бы хотели вернуться? Если бы вы отправились на безлюдный, необитаемый остров, что бы вы хотели взять с собой? И теперь давайте поработаем с прошедшим временем. Давайте попробуем сказать. Если бы я была высокого роста, я бы стала моделью, например, Хига кутамен, мудрий, ты. Смотрите, мы делаем прошедшее время да, и добавляем мен. Да? Давайте посмотрим дальше. Давайте скажем: Если бы не коронавирус, я бы сейчас была в отпуске. Корона а не они Видите, связки у нас подвержены тем же правилам, то есть делаете прошедшее время, а не добавляете «мён». Да, если ситуация того требует, да, то есть если сейчас она уже другая, вот и получается, что вы представляете себе противоположную ситуацию. Uh, давайте скажем, если бы у меня были способности к музыке, я бы не бросила uh, музыкальный кружок. Uh, да, давайте дальше. Если бы погода была хорошая, мы бы на пикник пошли. И смотрите, в конце у меня sich, вез, всегда тоже, questions. да, там с прошедшим временем часто, да, потому что это уже не случилось. «Уригам надя났다면, но так я Что было бы, если бы мы не повстречались, да, ну такая фраза человека, радующегося встрече с кем-то, да, с возлюбленным. Давайте скажем, если бы я в детстве не травмировала ногу, я бы продолжила заниматься баскетболом. 어렸을 때 다리를 그다음에, 어, давайте скажем, если бы я начала учить корейский немножко раньше, 어, я бы 어, уже сдала 어, экзамен ТОПИК. 또 일찍 합격, 합격 그다음에, Давайте скажем ой, а если, Минсу, если бы вы тоже поучаствовали в конкурсе, вы бы получили а, тоже приз. Минсу сюду, ты хей, тамен, сангл, Да, обидно, да, могли бы победить. И теперь давайте потренируемся а, на формы, а, да, а, чтобы закрепить, собственно, саму форму образования. Итак, пунда, что будет? Пунда мен, хотя, «Ундунгада» – Как будет? Если в конце гласная. ундунганда Гдеме? Ты-та. Здесь согласное в конце. Значит, нам нужно добавить ниндамен. Да? Ты-нндамен. такта. Так-та. Аналогично согласный в конце. Танг-нндамен. мандельда. Здесь подумайте. Все глаголы, прилагательный сриль, хитрые. Что будет? Мандиндамен. «Кдаме» закрепим «альда андамен «Кдаме» – «кадзи анта» – отрицание глагола. Значит, отрицаем, работаем с самим последним словом «анта». В конце согласный, значит, будет «кадзи анндамен «Кдаме» ита Это у нас уже прилагательные. Ну, помним, да и «пта» – они особые, но здесь с ними действуем как с прилагательными. Что будет? итамен «Кдаме» – Тими опта. оптамен. Продолжим. Манта. Прилагательное. Значит, как будет? Мантамен. Кдаме. Кда. Прилагательное. Кдамен. Даме. Татытхада. Прилагательное значит татытхадамен. Кильди анта. Не длинный. Отрицаем прилагательное. Значит, поведем себя с анта как с прилагательным и получим кильди антамен. Кдеме чагатта. Прошедшее время. Ты Тыротта. Прошедшее время для глагола то же самое. Тыроттамен. Не, идея иде. Тихуа иль. 어, 이 대화에서 어, 두이 씨와 민수 씨는 어, 개인적인 소원에 대해 이야기하고 있고 어, 또 어, 한국인 한국 사람들의 소원에 대해 어, 이야기도 하고 있어요. 그럼 여러분 잘 듣고 어, 두 사람들의 소원이 무엇인지 그리고 한국에서 이, 3 0대 사람들의 소원이 무엇인지 어, 알아보세요. 14과 소원 대화 1. 민수 씨, 뭘 그렇게 열심히 봐요? 아, 이 잡지에서 20~30대 사람들의 희망에 대해 조사했는데, 많은 사람들이 첫 번째로 경제적인 여유를 바라네요. 투이 씨는 소원이 뭐예요? 저도 돈이 많다면 세계 여행을 가고 싶어요. 민수 씨는 소원이 뭐예요? 다음 달에 공무원 시험을 보는데 한 번에 합격했으면 좋겠어요. 이번 시험에 합격한다면 투이 씨에게 한턱 낼게요. 네, 읽어봅시다. 대화 1. 민수 씨, 뭘 그렇게 열심히 봐요? 민수 씨, 또왜 так внимательно читаете? А, и чапче со, и сашим те сарам дере, химанге те хечусайнен де, маннин сарам дере, цудпунтеро, киондезугин, йоюроль паранео. Этот, ну, тут э, в журнале провели исследование о, э, ну, как перейдем химанг, вообще надежда, да, но может быть здесь правильнее, как э, мечты, да, ожидания, да, о том, чего хотят э, люди. И сам шип получается, от 20 да, до... 39. Да? Так вот, многие люди на первое место поставили кёнзэ дзюгин йо-ю. – такое интересное корейское слово означающее что-то лишнее, что-то свободное, вот что-то, что, что остается, что-то дополнительное, да, кьон дзядю йо ю получается ну, финансовый достаток, да, то есть когда а, не все деньги, заработанные за месяц, уходят да, на еду и каждодневные расходы, а что-то остается для сбережений. Да, вот значит, у вас есть йо и. А, а у вас какое желание, о чем вы мечтаете? Ой, я бы тоже хотела поехать в путешествие по миру, если бы было много денег. Минсу А, вы о чем мечтаете? Минсуре ханбуне в следующем месяце сдаю экзамен на должность чиновника, госслужащего. Хотелось бы сдать с первого раза. Если вдруг сдам в этот раз, я вас угощу твои, да, накормлю вас ужином. Ну вот, видите, вот здесь он использует именно домен, чтобы не звучать чересчур уверенно, да, или даже самоуверенно, да. Вот, вот если вот допустить, да, если допустим, сдам Не, я работаю над идеей, Uh, uh, посмотрим, что здесь у нас есть. Пьонината uh, выздороветь, это разбогатеть, силькот нуль суита возможность uh, отдыхать в волю, да. понятно. Ром Ильбон. Юхаксен Хуари Химдеди Они Хангукурл чарандамен Чунгудошипке Сагвирсуитко КОЯ. Uh, ну как вам, не тяжело uh, дается uh, жизнь за границей, да? Юхак Сенхуаль как бы жизнь uh, студента иностранца, да, если буквально. Mm, да нет. Uh, если владеешь корейским, то и друзей можно легко завести, и интересно. Ибан. ней моим другом суть тамен морагушпо. Uh, если бы у вас была возможность делать, что вы пожелаете, да, нейма им деро. А мукок ну что здесь подойдет? Я, наверное, речь о развлечениях, да. Силькот нульсу и тамён чокесо. Итак, раз тут речь идет о здоровье у больницы, значит, нам нужно что-то сказать. Хотелось бы, чтобы, он, чтобы болезнь прошла побыстрее, чтобы он поправился скорее. Итак, у нас есть пьони натта. Ну, я предлагаю, так как речь идет о баце, добавить еще вежливости, да, сделать не «натта», а на ищи да да, сиот ушел, потому что возникла гласная после, поэтому именно на да. И вот теперь давайте сделаем. Осо пьони на ышин чокесая. Хотелось бы, чтобы болезнь прошла побыстрее, да? Осо это как скорее. Сабон. И боне до чанхакмул падасая. Не, тига на джунге, мо-мо-мо, те хубе дириге до тумл вы на этот раз опять получили стипендию, да, и я хотел бы помогать своим хубе в будущем, ну, видимо, если я разбогатею. Да? Ну, видимо, речь идет о ситуациях, когда достигший успеха человек поддерживает, да, свою «Альма-Матер», спонсируют, да, чтобы талантливые студенты э, имели возможность учиться. Итак, что у нас осталось? ПУДЯГА тведа. Давайте скажем, если пудяга твенда Конечно, можно было бы твемен сказать, грамматически это будет верно, но это будет так звучать слишком, может быть, самоуверенно, да, когда я разбогатею. Именно вот если, да, ну вот если вдруг я разбогатею. 가정해보고, а, вот опять это слово, да, ключевое в этом разделе каджон хада. Представляй, да, представьте ситуации, которые даны ниже, и расскажите о том, что бы вы хотели в этом случае сделать. Итак, таси ты он ада. ты он амен моль хагушпое. ты нам Что бы вы хотели сделать, если бы заново Родили, родились. Если бы я родился снова, я бы хотела ä, стать мужчиной. Вот так. А что дальше? Ирогони сэнгида. Давайте сделаем. Ирогони сэнгиндамён, моль хаго Ну, давайте я сделаю свой ответ, а вы все помечтайте, предложите свой. Зонэн ирогони сэнгиндамён, кананан 도와주고 싶어요. 다음에 сделаем. Что бы вы хотели, что бы вы хотели сделать, если бы вдруг стали преподавателем Сейджон Хактан? Сейджон Хактан сонсэнними дуэндамён мул хаку шпо요? 그리고 한국어 능력 시험 합격하다. Сдать на шестой уровень, да? экзамен топик. Давайте сделаем. 한국어 능력 시험 6급에 합격한다면 뭐 하고 싶어요? 그럼 여러분 어, 질문을 같이 어, 선생님과 같이 어, 했으니까 어, 대답을 스스로 어, 해보세요. с а м и попробуйте придумать ответы. 이제 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 또 만나요. 비디오: р о к и корейского языка.